Всем привет, с вами Дарк, и сегодня я вам покажу самый лучший ресурс пак, по моему мнению, в Майнкрафте. Что ж, в принципе, вы спросите, что это за ресурс пак? На самом деле, этот ресурс пак не такой уж прям супер крутой, там вы бы могли подумать, там супер что-то изменяет. Просто этот ресурс пак добавляет кое-какое изменение, и это реально очень прикольно выглядит. Давайте начнем с курицы, давайте я заспавню курицу. Посмотрите на ее глаза. Ну-ка, стоп, курица, на меня посмотри. Вот. Смотрите на глаза. Вот. Вы видели? Она моргнула, то есть... И рот открыла, то есть... Этот ресурс пак добавляет анимацию к мобам. Это реально очень круто. Вот, давайте теперь посмотрим на зомби Пигмана. Нет, он не издает анимацию, извините. Давайте посмотрим на зомби. Вот. Так, зомби, иди в тень. Ну-ка, зомби, посмотри на меня. Во, видели? Он глаза закрыл и рот открывает. Это реально очень круто. Так, а паука? Паука вроде тоже должна быть анимация. Нет, паука вроде нет. Ладно, давайте теперь посмотрим у крипера. У крипера тоже есть. Итак, крипер, посмотри на меня. Вот, смотрите, у него глаза становятся красными. Это тоже очень круто. Так, корова. Давайте сразу вот этих вам покажу. Смотрите, вот корова. Она тоже тут моргает. Теперь Гаст. Смотрите на Гаста. Вот, он открывает глаза и начинает смотреть в разные стороны. Давайте еще раз. Во, смотрите, смотрите. Реально круто. Давайте лошадь. Она вроде тоже моргает. Так, лошадь, ты моргнешь, нет? А, ну, значит, она не моргает. Смотрите, вот свинья, она моргает вроде. Свинья, стой. О, смотрите, смотрите, она глазами туда-сюда вертит. Так. Свинья, посмотри на меня. Давайте еще раз заспавним. Ну, давай-давай, моргай. Куда ты уходишь? Ты можешь моргнуть. Вот, вы видели. Так, овечка. Овечка тоже моргает. Видите, моргнула. Так, это другая овечка. Скелет. Скелет тоже. Скелет, давай, ты успеешь моргнуть? Или что ты там делаешь? Ясно, у него нет анимации. И давайте последний житель. Вот у жителя прикольно. Смотрите, он смотрит в разные стороны, моргает. Потом, смотрите, что он делает. У него поднимается одна бровь. Это тоже очень круто. Так, следующий. Волк. Так, у волка. Волка, вон. Смотрите, смотрите, смотрите. Ладно. Смотрите, вот он моргнул. И ну-ка, еще вроде кое-что должно быть. Вот он моргает. О, вот он показывает язык. Это реально очень круто. В общем, ребята, там вроде еще есть другие мобы, которые тоже... у которых тоже есть особые анимации, но я не решил вам всех показывать, я просто решил вот этих основных показать. В принципе, на ресурс пак ссылка в описании будет, так что скачивайте, играйте это, если что, на версию 1.14 и так далее. Давайте на Гаст еще раз посмотрим. Почему он застревает? Во, все. Да Гаст, давай, лети. Почему он отворачивается? Во, смотрите. Ладно, в принципе, можно убить Гаста. Что ж, в принципе, на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Дарк. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Всем удачи и всем пока.